Иринка встретила нас дождиком. А еще сегодня была гроза. Баньки нынче сыро. Не проехать. Вот тут где-то были уже дома. Вот тут дом так называемых Сахаровых. А дальше у нас домик Хохолова Андрея. Вот прямо там был клуб. Где-то едут ребята на каракате. Вот здесь стоял дом, который не сгорел. Дорога прямо это в Митино, а нам на Верховье. Вот и у Андрюхи сегодня гости. Ну та же канитель. Сейчас даже номера не видно. Нормально, аки посуху. Сейчас мы тоже сюда нырнем. Только что здесь прошел каракат. Ребята там завалы убирают. Может вам пиво отдать? Можно мне? Уже поздняк. Чего? Все уже. Неси, я сейчас проеду без тебя. Не заводи, говорят, а то горячее будет. Вот так бы всю дорогу кто-нибудь, блин, сделал бы. Костя, как я там прошел? У меня в салоне вода. Номерочек тоже что-то сгревало. И там тоже завалы. Десять метров едем, пять минут стоим. Вот приключение у нас, да? Нелинга трудовая. Что-то там пилят. А поехал? Лесорубы, наверное. Да, наверное. Любителей. Все. Люди из параллельного мира. Она минимум, а мы тут проедем еще. И дождь идет.
и лес идет. Это карандец. Какой здесь был вид руган, блин. Маленький затык. Такого не было еще. Ё-моё. Ё-моё. Немножко продвинулись. Когда-то мы здесь пролетали со скоростью 40-50. Сегодня трудовая такая дорожка. Мы последний километр, можно сказать, едем по просеке, вырубаем, да. Ребята пилят и откидывают, а мы с Вовой следом едем. Ну, сейчас вот из лесу выйдем, не знаю, что там нас ждет. А прикиньте, нам еще по озерам ездить. Как-то там дальше-то лес. Вот так вот. Дальше. Да, стоим, греем моторы. Наденька сегодня не отдыхала. Вот мы наконец-то доехали до Верховских банек. Еще немного, еще чуть-чуть, и мы будем в Федосовской, а там и в Карповской. Да. Такие вот дела. Костя, там еще будет, наверняка там валежник. Мы в прошлом году ехали и было. Вот это физкультура, да? Нормально? Йоу. Йоу, вообще. Тренажерочка? Да. Нелинга жжет. Это мы уже почти приехали. Крыша дома. Немножко греемся, греемся. Хотя так-то вроде бы и не очень
чтобы греемся. Сейчас только что посидел на черноземе. Уставшие, но не побежденные. Мы прибыли к месту дислокации. Ура! Мы попали. Прицеп нас держал. Сейчас нащипаем. Подожди, дайте. А что за сандали там стоят, а? Это в дорогу. Это в дорогу. Видал, сколько напили у Леха, блин? Берез. А зачем? Ну, ему надо было окно в Европу. Он говорит, что оттуда ветра никогда не бывает. А надо, чтобы дуло, блин. Пока травы нету. Уложили. Видите, всю деревню видно, когда травы нет. Замечательно. Вот это, так понимаю, овчарня. Как-то у каждого дома есть такая яма. С космоса даже видно. Со снимков. Нормально. Я говорю, вот еще одна яма. Кто бы объяснил ее предназначение? Уставший человек, добрый, сапоги, скороходы. Весь мокрый. Как вам нынче? Устали. Устали на? Даже в дом никто заходить не хочет. Да. Зайцы, вы где? Цепа. Мы здесь.